Добрый день, уважаемые друзья! С вами опять Алиана. И сейчас мы с Алексом идем в магазин Lidl делать несколько покупок для сегодняшнего ужина. Волосы у меня куда хочу, туда торчу, но не обращаем на это внимания, потому что очень ветрено здесь. Днем солнце было, сейчас солнце прошло и ветер. Сейчас мне на улицу надо пройти, и там машина. Так, на что остановились? Если сильно ветер не слышно, извиняюсь за это. Так вот, пойдем в Lidl сегодня пешком, потому что оно не очень-то и далеко, где-то 15 минут ходьбы. Но поскольку Алекс сегодня целый день был дома, и я хотела, чтобы он на свежем воздухе был, так решили мамочка с сынком. Мама? Пойдем. Так вот. С коляской не очень-то. Топ-топ. В общем, посмотрим, как получится, что купим. И вам поделимся с вами, что купим, что будем готовить. Может быть, получится так. Все, останемся на связи. Хочу вот показать вам эту школу, поскольку пока еще не знаю, в какую школу отдать Алекса. Здесь или рядом нашего дома тоже есть школа. Не знаю, какая из них хорошая. Надо сделать справку. Муж сказал, что он сделает. Посмотрит, чтобы обязательно была, кто идет туда. В общем, с какими людьми будет общаться Алекс, поскольку для него это в первую очередь. Он даже не очень-то и хочет, чтобы мы Алекса сейчас записали в школу, но поскольку он просто очень-очень любит. Вон там, да, вот это здание есть, здание школы. Но поскольку он просто очень-очень общительный ребенок и очень хочет общаться с детьми. Так просто сначала он был против, но поскольку, видя его отношение к другим детям, он сказал мне: наверное, ты права, я сама хотела, чтобы он пошел в школу. То есть с 2,5 года, да? Ему еще нету 2 года, но надо уже записать, чтобы было место. А то если пропустим время, то не будет вообще места для школы. В общем, решили, что только он сказал, что он должен тщательно выбрать школу. Я и не против. Оставим это на выбор мужа. А вот здесь просто частная собственность, там, наверное, не знаю, дома и маленькая улица. Вообще улицы здесь очень узкие, не очень-то и легко водить. Ребята, мы дошли. Ой, какой звук. Ребята, мы дошли. Сейчас возьму свое оружие. Это моя маска. Сейчас возьму мою маску и внутрь. Алекс съедает свои печенья. Опа, мне тележка не понадобится, потому что у меня коляска. Так, посмотрим, как себя будет вести Алекс, чтобы позволили мне спокойно делать свои покупки, или он сам захочет закупиться.
Скидка на огурец, так что будем взять. Что еще? Яблоки, арбуз. Фрукты мне очень нужны. Почти ничего нету, как видим. Все очень мало осталось, не знаю почему. Много народу. А вот тут сами. По-моему, если я не ошибаюсь, у меня дома красные есть. Вот с этим приходят уже. Стоимость 6 евро. Не знаю, красный или белый взять. А? Посмотрите, какая хорошая. Ну, не знаю, пригодится или нет, взять или нет. Очень маленькая, наверное, на одну яичницу. 3,99 стоит. Так вот, ребят, мы вернулись домой. Скажу только, что в магазине почти ничего не было. Я снял несколько видео, так несколько кадров, да, снимала. В общем, так, в понедельник я вообще не люблю идти в магазины, ни в Carrefour не люблю идти, ни в другие, ни в Lidl, ни в другие магазины. Скажите, почему? Потому что в понедельник у нас день, когда они снимают старые товары, то есть не старые, а предыдущие недели, да, продукты, товары там снимают, чтобы сложить новые продукты, новые товары. И много народу, вот в этот понедельник у них много народу было, они все снимали, вот, и чтобы ставить. То есть полки были почти пустыми. Я не знаю, это везде вот так или только у нас, в Волонской части или в нашем, где мы живем, но во всяком случае, в понедельник здесь вообще Carrefour открывается после 12 часов. То есть, потому что в субботу они... Не, в воскресенье. Вообще в воскресенье не рабочий день у них здесь. Но некоторые магазины начали работать по воскресеньям. То есть с 9 только до 12 часов. И в понедельник уже вот открывается Carrefour. А открывается с 12, после 12 часов. Короче, что хотела сказать, что предпочитаю в понедельнике в магазины не идти, но в этот раз у меня не было другого выбора, потому что мне надо было что-то купить к ужину. Итак, заодно и покажу вам, что я купила. Так что, пошли! Ну вот, так вот, купилась шпинаты к сегодняшнему салату. Ну, у нас... Ой-ой-ой, почти вот что наделала. Коробку я открыла, чтобы, к счастью, они все в пакетиках. Так, я отдала Алексу один, чтобы он кушал. Он... Да, болит. Сейчас невозможно будет от него-то. Вот положим все. В общем, круассаны. Итальянские, как бы, вот. Кабачок взяла один. А это, как сказать, чтобы сажать, да? Они дают, сегодня давали, не знаю почему, но они дали одну штуку.
рыбу самон купил, не знаю на русском это как называется, самон или что. В общем, эту рыбу купила. Огурчик купили один. Что еще купили? 20% сливка к сегодняшнему, чтобы готовить соус, грибы. У меня закончился крем. У меня вообще его нет уже 3 дня. Дневной крем. И я взяла вот это. Не знаю, никогда раньше не пробовала. Но до того, как пойду в магазин и куплю что-то другое, вот буду пользоваться. Может и хороший, не знаю. У них это Lidl неплохой магазин, так что может и хороший. Вот такие сосиски взяла. И вот. Вот эту сосиску и от индейки, да? Это я никогда не пробовала. Сосиски от индейки я никогда не пробовала. Попробую. Вообще-то люблю. В других магазинах пробовала, но вот у них, да, у них вот такие не взяла. Это в первый раз. Еще взяла вот маршмеллоу. Почему? Скажите, спрашиваете вы, наверное. Ну, что такого она взяла маршмеллоу? Вот, у других ютуберов в основном я это видела, вижу все время у ютубера Рима Франс Влогер. Так называется. Наверное, я ссылку оставлю внизу. Так, она все время свое кофе пьет с маршмеллоу. Это я никогда так не пробовала. Сейчас попробую. Посмотрим. Думаю, что вкусное. В общем, очень аппетитно, когда вижу. Стоили вообще-то 99 центов, но была скидка на нем, 20% скидка, то купила за 79 центов. У меня Алекс там идет туда-сюда. Ну вот, я сейчас быстренько соберу волосы и приготовлю, чтобы приготовить сегодняшний ужин сегодня. Сейчас уже 6:30, так буду готовить, и это займет, наверное, полчаса или, может, и больше, так Алекс у меня будет очень голодным, и не только Алекс, но и муж тоже, но и я сама буду очень голодной.